имперские замашки в основе находящейся нашей державы, и когда она была гиперимперией, и она развалилась, но вот эта вот вся часть осталась, поэтому она все равно начинает поддавливать все остальное. Как-то я для одной, не буду называть какой религии, мне заказали там фильм. И там была такая, ну, небольшая иронизм. И он остановил меня и сказал, нельзя шутить над буферной религией. Представляете, говорит один из лидеров этой веры. Я сейчас просто говорю, специально не называю. Вот доминирующая часть православия, она, так сказать, мне кажется, с одной стороны, так сказать, вот оно является все равно государственным. Хотя, так сказать, сегодня хорошо это или плохо, но ислам со страшной силой. Я живу недалеко от главной их этого самого собора. И понимаете, что я, так сказать, вижу, что это все, не надо этого делать вид. И вот на этом, ну как бы не конфликте, на этом странном взаимоотношении мы никак не можем определиться. Потому что уходить в шовинизм неправильно, в славянофильство неправильно. И на то на империи, это должно вроде бы как все равны, но некоторые равнее, знаете, как у Орвелла. Невозможно. И вот отсюда происходит одна вещь. Остатки имперства все равно с ним вышибить невозможно. Я бываю в разных европейских странах. Я только что был в Австрии. Австрия была империей. Я нигде не почувствовал имперских замашек. Никаких. Они были равны, вежливы. Но четкие у них очень жесткое отношение к иммигрантам, например. Это тоже болезнь мировая. Мы сейчас сели практически как Париж, который просто захлебывается. И Лондон, Париж, они захлебываются. Берлин от загадочных. Сейчас в Лондоне там просто войны идут и так далее. Сказать вот четко, вот у нас такая-то, такая-то позиция. Мы сегодня вроде бы как не хотим войны, но и тем не менее, не останавливаясь, вооружаемся. И вот этот вот генералы нам, которые командуют, они же, человек, которому дали дубину в руки, должен обязательно эти дубины кого-то треснуть. Как-нибудь, но треснуть, найти способ. Это же тоже, так сказать, такая ситуация. Я пацифист изначальный. Я крохотный мальчик, когда мы говорили, а это были, так сказать, хрущевские времена. Ну, как в армию-то хочешь, только-только война кончится, победители все. Я говорю... Нет, почему? А я говорю, разоружение будет. Вот я говорю, маленьким мальчикам, я вообще против любой силы, но, к сожалению, сила нужна, чтобы навести порядок, тоже нужна сила. Это очень важно, с одной стороны, потому что порядок, свобода – это, в первую очередь, порядок, потому что, когда отпустили нас с этих коммунистических замашек, и как бы стало все перестройка, свобода и так далее, люди стали ездить на красный свет. Я был потрясен. Вот это вот форма проявления свободы. Это безобразная часть. Свобода – это выполнение всех законов страны. И чтобы их никто по дороге не переделывал, а так, как выгодно им. Понимаете? Это очень важно. Очень важно. Потому что страшная история. Когда-то был такой знаменитый спекулянт, в общем, так сказать, махинатор великий такой был, Ян Рокотов, которого посадили и придумали, значит, эту статью, по которой он сел с расстрелом, и расстреляли задним числом. То есть, что вообще нонсенс сам по себе. Но я все время периодически вижу, что какая-то часть наших законов подгоняется по то, чтобы удобно было им, а не нам. Понимаете? И что-то происходит там в моем городе, в котором я живу, в Москве, и никто не может понять, зачем, понимаете, что-то, чтобы удобно было кому, не понимаю. Если бы я знал бы четкий вам ответ, у меня ответа нет. Я хочу, чтобы мир был реальным, никто к нам не полезет, и мы никому не полезем. И, конечно, это все легенда, что американцы спят и видят, никто нас поработает, кто же нас будет кормить, если нас поработят. Сегодняшняя ситуация для меня очень грустная, трагическая. Я хочу мир, который бы касался бы и экономики мир, и всего. Я не хочу, так сказать, такой ценой иметь доллар, который мне не нужен, но я, выезжая за границу, вынужден с этим столкнуться. А сейчас и лечиться еще надо. Поэтому, соответственно, в нашей стране я уже не лечусь, я уже завязал с ними. Я все понял. Вот. И это все... К сожалению, к большому, так сказать, вот таким путем
Нет, знаете, мой отец, который прошел всю войну, вдруг последние 3 или 4 года, может быть, даже 5, перестал ходить на встречи с ветеранами. И сказал, я не могу больше слушать, что одно и то же, что было. А главное, он сказал, мы не выиграли войну, мы ее проиграли. Такой ценой нельзя, это не считается выигрышем. И это говорит человек, который прошел всю войну и хлебанул все, что только можно было и как можно было. И, к сожалению, я понимаю, что он прав. Все стоит чего-то. Когда тебя называют такой-то ценой, ты говоришь, не, ну это я за эти деньги, не. А за эти жертвы. Да, победа. Ведь как можно простить вообще тому руководству, которое положило на... для того, чтобы взять Киев, 750 тысяч человек, чтобы доложить, что 7 ноября Киев взят, а 8 не взяли, 9. Точно так же страшная блокада ленинградская могла быть ликвидирована, если бы войска перегруппировались и вышибли, там не самые большие сидели. Понимаете, а жертв, а количество людей погибших и трагедия вся эта, которая произошла, ужас весь, который я, так сказать, с каждым годом. Я недавно был, господи, как же называется это, в войну, где положили чуть не 20 или 30 тысяч человек, ни зачем. Вот Бугор, где-то там, где это было-то, господи, под Донецком где-то. Вот такой Бугор в войну. Столько кто-то велел взять эту высоту. Вот и зачем ее брали? Вот. И погибли люди. Я всегда говорю, что ничего ценней человеческой жизни нет. И самое, наверное, было бы главное беречь этих людей. Мы ничего не жалели. Потом произошли страшные всякие истории, сталинские эти. А дальше уже никто не хочет об этом вспоминать. А дальше Сталин начинает сажать всех победителей по тюрьмам, понимаете? Кто был в окружении, а что-то там, это неважно, потому что были победители, которых хватанули воздух свободы и знают, что воду можно не только рукой крутить, а, кажется, можно нажать на ручку, она поднимется и так далее. Да много было, так сказать, вещей открытых, потому что люди жили и не знали. Испугался Сталин свободы этой людей и стали их сажать со страшной силой. А это что такое? Люди, которые прошли через сложнейшие вещи, через лагеря, их опять сажали. И так далее, и так далее. Я, так сказать, печальная история. И отъезжая, так сказать, становишься возрастом, больше и больше анализируешь, вдруг понимаешь, ну как же мы выиграли Бородино, зачем тогда мы отдали Москву? Ну это же нонсенс. И так далее. Я не хочу, так сказать, это наша страна, наша история. Это моя страна, я не собираюсь с ней никуда не прощаться, никуда в жизни. Это моя культура. Для меня Толстой и Достоевский в 100 раз, понимаете, дороже, какие бы ни были замечательные. Я не люблю американское кино не потому, что, к сожалению, наше кино сейчас в таком загадочном состоянии и так далее. Это другой длинный разговор. Но это моя страна, моя культура. Я в ужасе смотрю, что дети сегодня вырастают не на Чебурашках, а на Симпсонах, понимаешь? И это неправильно. Потому что вот эти Чебурашки, крокодилы Гены, бременские музыканты и каникулы Простоквашино и так далее, заложены были великий русский менталитет, который исходил из сказок, из всего, что было. И для меня это колоссальное горе. Мы единственная были страна и культура, которая могла противостоять американской агрессии. Вообще, как в культуре я имею, потому что у них бизнес, у них это деньги, и все это выламывается. Сегодня... А как противоставлять, когда дают копейки, государство помогает сделать детское кино, копейки, его выживают, понимаете, наше, не наше, его выживают с главных каналов. Это тоже длинный разговор, может быть, я куда-то ушел, но это моя страна, я ей недоволен, но я ни за что никому не отдам свою страну. Точно так же, как, помните, у Жванецкого в драке не выручат, в войне победят, я пойду, это моя страна, буду защищать. Но недостатков у нее, естественно, навалом. А если сформулировать, попробовать все-таки вышесказанное резюмировать, все-таки национальная идея России сегодня есть или нету, на ваш взгляд? И в чем? В чем должна быть? Я думаю, что национальной идеи нет и все. Потому что мы никак не можем сформулировать, в каком государстве мы живем. Если мы живем в государстве капиталистическом, значит, тогда никто не должен управлять
чем-то и двигать, и законы рынка должны быть законами рынка, а не управлять государственными рычагами, так сказать, и делать искусственных очень много вещей, плюс менять по дороге, так сказать, и так далее, понимаете? Значит, не капитализм у нас. Может быть, у нас тот социализм, который должен быть, не тот извращенный в форме, который мы получили, обзывали социализмом, а это не социализм. Швеция – социализм в чистом виде, в котором, так сказать, планировалось. Не социализм, но уже и не коммунизм. И не коммунистического. Что у нас такое? Никто не знает. Значит, мы должны пройти какой-то путь. Знаете, мы когда перепрыгиваем через какие-то части, как Европа, там она была такая-то, потом она была в середине буржуазной такой-то, потом секой-то. Она переходит из стран, так сказать, этих самых, где были короли, от королевства переходит в демократию и так далее, и так далее. Мы это перескакивали с бешеной скоростью. Вот, наверное, это. Поэтому я, например, могу сказать, у нас нет настоящей абсолютно четкой одной сформулированной идеи.